Мне очень приятно, что сегодня пришли некоторые люди, которых я вообще не ожидал увидеть. Вот, это очень ценно. Вот, и практически к каждому из вас я обращался с приглашением персонально. Это тоже как бы реакция ваша для меня очень важна, и я это ценю. Ну, а теперь время, когда вы будете оценивать нас. Вот. Программа New Spring, и первая вещь называется «Сын Солнца». Вся программа пронизана темой весны. Весны в общем смысле и календарной, и нашей жизни, наших будней, нашей работы, наших планов. У каждого своя весна, и я надеюсь, что некоторые моменты в музыке, они попадут как бы и в ваши чувства, и вы этому обрадуетесь даже. Thank you.
Спасибо, вяло, конечно, но ладно. После первой пьесы принимается. Мы сейчас сыграем пьесу. Ничего, что я рассказываю, там это интересно. Сейчас сыграем пьесу, она называется «На вдохе», хотя вот музыканты уже говорили об этом, что правильно назвать «На выдохе», это для вас «На вдохе», а у нас «На выдохе». Вот это, наверное, и есть этот выдох. Но мы попробуем. Thank you.
спасибо. Я поскольку буду представлять музыкантов, пивун Александр Аноев, клавишные инструменты. Так хлопайте, как будто вы уже знали, что его так зовут. Следующая пьеса будет лирическая, на мой взгляд. Называется скромно «Миниатюра». Thank you.
гитаре Александр Горох. Ребята. Следующая пьеса у нас появляется необычный электрический инструмент фирмы Акаи. Так и называется Electronic Wind Instrument. А пьеса называется «Поезд». Thank you.
хотел вспомнить, как следующая пьеса называется. Но она никак не называется. Вы можете придумать название. Пьеса в стиле джангл. Пока мы ее называем «Джангл Сонг». Название еще не родилось, но тема, как вам кажется, тоже весенняя. Является конкурс. Конкурс на название, да. Кстати, одна девушка на прошлом концерте оставила такой комментарий после концерта. Я привозил. Она многие годы мучилась и не могла встретить никак в жизни этот звук. Звук из мультфильма «Тайна третьей планеты». Вот он. Thank you.
Появляется очень короткий перерыв за это время, и мы принимаем ваше предложение по поводу названия пьесы. Спасибо. Кстати, после спасибо вообще никакой реакции. Ребята, аплодисменты. Соло на барабанах Евгений Анонов. Кстати, кто-то спрашивал про певицу. Кто это был? Ребята, я не хочу вас расстраивать, но придется. Сегодня будет только инструментальная музыка. Что? Басист хочет спеть, но это, ребята, через бар только. Некоторые говорят, что эта пьеса очень хороша для какого-нибудь французского фильма. Если есть кто-нибудь из Франции, вот с кинопроизводства, обратите внимание.
уже лучше получается, кстати. Жизненным обстоятельствам сегодня певица не смогла посетить наш концерт. Вот. Мы ее сыграем инструментально. Thank you.
Мерседеса, который я назвал всю программу, это «Новая весна». Я уже в начале концерта об этом говорил. Но у нас именно такие чувства вызывает эта музыка. Thank you.
Следующая песня имеет географическое название. Вот это Крым. Вот. И место, которое меня вообще сподвигло написать эту пьесу, называется «Мыс Маганом». Невероятно красивое место, где начинается гористая часть Крыма. Вот. Пьеса называется «Маганом». Thank you.
Jungle, три кита. У нас у барабанщика все время стул опускается, просто он скоро будет играть как индус. Есть такой барабанщик Трилок Гурт, он играет сидя на полу только руками. Главная наша пьеса, которая появилась совсем недавно, она появилась весной, играем премьеру летом. Но ничего, это как бы разгар такой летний. Пьеса называется... Кстати, придумали с Джанго название предыдущее? Отлично. Эта пьеса называется «Май». Thank you.
такая премьера песни. И на этом мы с вами прощаемся. Друзья, спасибо, что вы сегодня сделали этот небольшой подвиг, вышли из дома. В последнее время это очень актуальная тема. Все показывает компьютер, можно никуда не ходить. Но то, что мы можем передать вам, кроме звуков, это только при личном контакте. Это только при встречах. Чувства компьютер не передает. Поэтому приходите на наши концерты, и сегодня я хочу сказать лично от себя. Я очень рад встрече со многими из вас. Спасибо. И еще я представлю музыкантов. Александр Горох, гитара. Кстати, второй раз его представляю. Первый раз представляю замечательного моего друга Виктор Шестак, басист. Два брата, клавишные и барабаны. Александр Аноев и Евгений Аноев. Честно сказать, я тоже в какой-то мере чувствую себя их братом. А меня зовут Антон Боев. Проект «Атава Бэнд». Это наша музыка, которую написал я, но сделали все мы. До свидания. Thank you.